Привет, всем на моем канале. Сегодня будет расклад для Японии по месяцам на 2024 год. Давайте начнем. Ну, конечно, год у Японии начался не очень удачно. Но давайте посмотрим все-таки, что ждет эту страну в 2024 году. Так, давайте январь. Февраль. Март. Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Так, давайте начнем с января. Так, что у них там будет в Японии? Ну, во-первых, видите, страна у нас все-таки движется в сторону больших возможностей. Так, давайте еще доложим, что будет в январе в Японии. Ну, у них как начался год, конечно, неудачный, то, что у них землетрясение началось в Силе. Даже угроза цунами была. Так. Так. Январь. Япония. Так. Ну вот видите, на дне у нас карта, да? Вот сразу же у нас показывает то, что наводнение, да? Вода. Так, давайте еще сейчас посмотрим. Так, во-первых, у них, видите, ну да, у них сразу же уже понятно то, что у них, как им, так сказать, прилетело. Потому что, видите, человек стоит, он у него как последняя битва. И по голове ему ударило. Прилетело, конечно, им хорошо, можно так сказать, да. Но, видите, они устойчивы, да, остались. То есть они остались все-таки живы. И опять-таки, видите, опять идет угроза. То есть угроза опять будет, скорее всего, будет все-таки что у них там происходить. Опять-таки, сейчас нельзя посмотреть, потому что что-то скрыто, да, под тайной. Но движение, смотрите, видите, уже началось движение. Какая-то, может, даже вот конкурентная борьба, да, началась. То есть, какие-то вполне, возможно, даже стычки будут. Так, давайте еще доложим цыганский, что будет в Японии в январе происходить. Так. Вот у нас сразу же выпали карты. Это у нас смерть и болезнь. Ну, смерть — это вообще карта трансформации. То есть какие-то, может быть, изменения в стране, да. И какие-то известия о смерти, да. Может быть, даже какие-то вот болезни, может быть, да. И как-то вот неудачные, я бы сказала, да, болезни, если мы говорим. Вот неудачно, да, не в очень удачный, конечно, период. И карта еще врага. То есть, может быть, какой-то удар, да, из-под тяжка. Так, давайте еще посмотрим по природным. Покажет, не покажет вообще. Что будет у них происходить в Японии? В январе. Ну вот, смотрите, у нас выпали лесные пожары. Ну, лесные, видите, огонь. Это опять-таки землетрясение. Где-то, может быть, даже пожары, сгорания, да. И у нас, это у нас, получается, в восточной части страны. То есть, как-то вот биосфера, она вот как-то будет затронута. Может, даже еще где-то возгорания, да, будут. Ну, все, что связано с огнем, это у нас пожары,
Вулканы, это вот, может, даже тектоническая активность. Так, давайте следующее, февраль. Посмотрим, что будет происходить в феврале у нас в Японии. Февраль, Япония. Так. Ну, смотрите, им понадобится помощь. Либо они будут сами кому-то помогать. Так, Япония. Февраль 2024 год. И опять те же самые карты выпадают. Так, либо у нас угроза землетрясения, либо, да, видите, очень быстро, какое-то быстрое движение. Какое-то вот, может, даже люди, вот видите, они не вместе будут как-то вот, они отразительны. И вот, что им предлагают, их не совсем, конечно, устраивает. Так, февраль. Они, видите, как-то вот, может, даже ждут, чтобы как-то вот мир на них обратил внимание, как-то вот это вот, ну, все тщетно, да? И вот им все-таки вот нужно восстановление сил, необходимо восстановиться. Так, еще давайте тоже. Так, и вот у нас выпадает король мечей. Это у нас сфера власти. Так, что с ним будет? И будет вот влияние, даже, скорее всего, со стороны мира. Может, даже вот этот правитель будет как-то вот влиять, либо даже поможет. Так, давайте еще доложим. Или, может быть, окончание какого-то процесса будет. Так, февраль. Япония. Что будет у нас происходить? Ну, смотрите, какое-то вот воровство, да, у нас в доме, да, происходит. Ну, как-то вот, может быть, ревность, да, ревность и какая-то вот неискренность, может быть, даже со стороны других стран. Может быть, они вот ожидают, да, вот, чтобы им как-то вот помогли, да, но вот это вот не происходит. Не видите, хотят, чтобы у них было в доме благополучие, веселье, но, к сожалению, вот это вот веселье у них как, ну, своруют, да? Так, давайте следующее. Что у них по природным явлениям будет в феврале? Февраль. Япония. Ну, океан, если когда у нас выпадает океан, это у нас что, со стороны океана, да, какие-то могут быть цунами, штормы, ураганы. Так, давайте следующее. Посмотрим. В марте что будет происходить в Японии? Март. Ну, они, видите, они разочарованы, да? То есть они, у них, может, даже какой-то траур будет. Они будут в таком состоянии находиться, да? Разочарование в полнейшем. Как-то вот им нужно перейти все-таки на другую сторону. Они вот не могут перейти, собраться со своими силами, со всеми. Так. Ну, смотрите, у них очень хороший даже шанс будет в марте месяца. Да, очень хорошее начинание. Какие-то, может быть, даже, вот смотрите, восстановление, да, идет. И вот император, да, если мы, это у нас покровительство императора. И вполне возможно даже, смотрите, император может даже куда-то отправиться, да, может путешествие какое-то, может даже по стране, да. Так, ну, в принципе, начинание очень хорошее. И работа ведется, вот видите, там даже вот, может даже куда-то отправлять грузы будут, да? Так, еще. Да, они будут двигаться не так, конечно, быстро, да, но медленно. Маленькими шажками будут двигаться. Так, давайте на оракуле посмотрим. Марс, Япония, что там будет?
Ну вот, видите, даже вот им какой-то вот подарок будет. И вот, смотрите, у нас выпадает карта вдовы. Вдовы, ну это вообще карта женщины, которая потеряла своего супруга. Ну, в принципе, о чем нам карта говорит? То, что необходимо двигаться дальше, вперед. И вот, видите, влюбленные, то есть пара, да, она им необходимо все-таки двигаться вперед, чтобы вот они могли жить своей спокойной жизнью, продолжать все-таки радоваться жизни, да, не горевать, не быть в таком состоянии. Так, давайте еще в марте там, что будет происходить в Японии. По природным явлениям. Ну вот, смотрите, у нас сразу же вода, да, выпадает. То есть у них, может быть, какие-то вот связаны все-таки с водой события, да. И это у нас биосфера. То есть животные, то есть морские животные, вот это вот морская вся жизнь, и им нужно на них обратить внимание. И вот смотрите, тут у нас вот человек упал в озеро, да? То есть может какая-то вот, ну, беспомощность, да, видно в этой карте. Может, как-то может даже люди какие-то под воду смогут, ну, под водой, ну, умереть или затопление, не знаю. Так, давайте следующее. Предполагаю только один из вариантов. Так, давайте следующее. Апрель у нас что? Ну, смотрите, страна находится в зависимости. То есть им нужно разорвать эту цепь зависимости. Да, еще вот иногда я читаю карту, вот связанную с огнем. То есть тоже какие-то события могут быть связаны с огнем. Как вот, как пекло, да? Так, давайте апрель. Что ждет Япония в апреле? Ну вот, смотрите. Они все-таки будут вперед, да, двигаться не так быстро, но что-то какое-то у них может быть даже закрыто. Может, даже какая-то часть земли, да, материка будет закрыта. Не совсем правильно выразилась. Не то, что материка, но территория, где суша. Вот так. То есть, может быть, какая-то будет часть закрыта. И вот смотрите, народ, он как-то вот. Они совсем понимают, что происходит, да. У них какие-то вот страхи могут быть связаны с водой. И как-то вот они боятся, что, может быть, какие-то даже вот разрушения будут. Но они, видите, как сказать, они, может, даже, смотрите, будут какие-то даже слухи, да, по поводу воды. И вот каких-то вот сооружений, которые находятся рядом с водой. Так, еще давайте положим. И как-то вот, видите, они будут стараться сохранять ресурсы. И вот какая-то вот хитрость, да, будет даже применена в этом месяце вот со стороны вот этого человека. И да, им как-то вот тяжеловато, да, будет. Так, в этом месяце. Так, давайте следующее. Так, что там будет происходить в апреле, да? Япония. Так. Ну вот, смотрите, может быть, даже какие-то вот судебные процессы будут, да, происходить. А, может быть, они даже что-то вот, может, какие-то у них обряды будут, да? И они все-таки как-то вот, ну, не видят, как сказать, искренности, что ли, со стороны, вот, может быть, даже судебной какой-то вот системы. И как-то они вот все-таки хотят, чтобы
в их доме было спокойствие. Так, давайте по природным явлениям, что там будет в апреле происходить. Япония. Ну, видите, движение масс со стороны экватора. То есть, может быть, даже какой-то вот тайфун, да, начнется. Либо осадки, они как-то будут перемещаться со стороны экватора в сторону Японии, да. И у нас опять-таки вот эта карта Ice, лед. То есть, может быть, даже вот какие-то вот понижение температур будет, да, в результате этого. Так, давайте следующее. Так, апрель, май у нас идет следующий. Май, ну, смотрите, у них достаточно ресурсов будет. То есть они так, в принципе, должно быть спокойно, потому что, видите, женщина, она стоит стойко на своих ногах. У нее есть все, что она пожелает, все, что ей заблагорассудится. Так, и давайте еще доложим. Май, что будет у них там в Японии? Ну, как-то вот, конечно, первая карта очень хорошая, но вот эти карты не очень, да. Ну вот смотрите, с одной стороны, да, они будут двигаться вперед маленькими шажками, да. У них будет какой-то выбор, даже может быть подарок какой-то, либо они будут что-то праздновать. Но опять-таки у нас выпадает карта конца. И вот смотрите, у них состояние такое, то что они будут что-то делить, какой-то дележка может быть, да. И они будут в таком положении находиться, ну, в связанном, да. То есть они не могут вот действовать дальше. Но к чему это приведет? Это приведет все-таки к объединению. То есть это их замороженность, да. В результате они к какому-то решению все-таки придут, что вот они будут даже радоваться этому решению. Так, давайте еще следующее. Что там у них будет в мае происходить в Японии? Да, вот видите, у них надежда есть и удача. Ну, в принципе, как бы все на их стороне, да. Но опять-таки, вот, выпадает карта болезни. Может быть, да, какие-то у них болезненные будут мероприятия, какие-то вот ситуации болезненные, либо на самом деле болезни происходить, вот, которые у нас опять-таки выпали тут сверху. То есть, может быть, какая-то часть людей будет заболеть, да. Так, давайте по природным еще посмотрим. Явление. Так, что будет в мае в Японии? Ну, сразу же у нас активность вулканов. То есть они будут у нас влиять. А вулканы у нас влияют на землетрясение. То есть это может быть даже землетрясение, да? Так. Давайте следующее. Июнь. Что у них там будет в июне происходить? Ну, какие-то события, которые будут в течение 8 часов, 8 дней. Очень быстро события в Японии. Так. Июнь. Ну, как-то им, смотрите, опять тяжело, да, будет. С одной стороны, они будут что-то даже вот праздновать, да, какой-то, может быть, праздник у них будет. Но опять-таки они вот, видите, в зависимости, да, находятся. Может, даже в зависимости от другой стороны. И опять-таки им вот выпадают тяжелые какие-то карты, которые, ну, может быть, опять что-то, может быть, с этими островами у них там будет происходить. То есть, какое-то, может, движение, да, быстро, что им будет так тяжело. Но, видите, они будут постепенно восстанавливаться, да? Шажок за шажком. И, опять-таки, на дне у нас
трансформация очень сильнейшая. Так, давайте еще доложим. Так, июнь. Япония, что будет происходить? Но опять-таки, видите, у них какой-то вот печаль, да, разочарование, какой-то вот, как вот удар какой-то из-под тяжка им будет, да. И опять-таки трансформация сильнейшая. И это будет у них происходить в домах. То есть в том месте, где они не ждали. Так, давайте еще. И вот, видите, дома как-то у них расположены около воды. Может, как-то и... Это сооружение где-то расположено около воды. Так, давайте. Что у них будет по природным явлениям? Так, солнечная активность. То есть солнечная активность будет влиять на дальнейшее природное явление. Так, давайте следующее. Июнь у нас идет следующий. Ну, это, во-первых, движение. Движение, даже колесо фортуны. То есть оно в благоприятную сторону начинает крутиться для Японии. Так. Вот смотрите, во-первых, у них какие-то страхи есть. Может, даже во власти, да, они боятся, может, каких-то изменений. А мужчина и женщина. То есть, с одной стороны, смотрите, либо они боятся, что, может быть, даже вот земля, да, как-то, может быть, движение будет. Но опять-таки, если мы говорим про движение, это будет движение не такое сильное. То есть, не... скоропалительно, да? А если мы говорим про власть, то есть это могут быть изменения какие-то в законодательстве, либо земельная сфера, либо это сфера строительства, либо земледелие, да? Это у нас и юриспруденция, то есть, может быть, какие-то новые законы будут. И опять-таки вот они не совсем как открытые, то есть, может, они пока еще закрытые, в закрытой форме находятся. Так, если мы говорим про людей, то, в принципе, их даже какой-то вот подарок, да, ждает. И для них даже вот, может, даже какая-то часть будет закрыта. Может, места какие-то будут закрыты, куда им нельзя будет двигаться. Идти, допустим, там. Ну, может, праздники, допустим, да, или что-то будет закрыто. Ну, бывает такое. Так, давайте следующее. Что их ждет? Ну, смотрите, такие карты противоречивые. Тут же у нас воровство, и тут же неожиданная радость. Может быть, в результате какой-то потери они что-то приобретут более весомое, и у них какая-то вот надежда, да, будет. И удача на их стороне. Так, давайте следующее. Что по природным явлениям? У нас сразу же влияние Луны. Ну вот, видите, у нас сразу же и штормы, да, выпали. То есть Луна все-таки будет как-то косвенно влиять. Может, движение Луны, приближение к Земле будет... Это у нас штормы, ураганы, ливни. То есть будет на это все влиять. Так, давайте следующее. Так, у нас идет что подвешено, то есть страна находится в подвешенном состоянии, может даже вот им что-то вот прилетит. То есть, видите, тут человек, он как приколочен, подвешен к этому столбу, и видите, все на него указывают, это ты виноват. То есть вот в таком состоянии, да, у нас находится.